говорите? Не смогу пробить. Срок годности истек? Да. Так. Хорошо. Извините, так не пробил. А почему за детским питанием следите? Сейчас обязательно просто проверим. Сейчас я поставлю туда продавца. Можно? Ой. Детское питание Агуша до 16.06. А я сейчас сам посмотрю. Сегодня 18 число. Больше походу нет. Вот здесь оно было. Если вы... Одна? Нет, уже три нашел. Почему у вас в магазине не смотрит? Смотрим. Почему так плохо? Не успеваете? Не хватает все-таки поддержку новых сотрудников, да? Я могу увидеть кого-нибудь из руководства? Вот руководство, мне кажется. У меня будет директор вошло. Зам директора. Ну, мы ждем, когда освободится. Летунья птичка, 21 декабря 2016 года. Срок годности 4 месяца. Товар просрочился в апреле. Капуста, домашние шедевры, изготовлены 15 мая, срок годности 25 суток, то есть уже как неделю он сдох. А рядышком еще другая капуста, квашеная, шинкованная с клюквой, изготовлена 22 мая, и срок тоже 25 суток. Битые яйца. Ой. Оно прилипло, оказывается. Я думал, тут попасается. Оно прилипло и может упасть. Так, еще одно. Яна Анатольевна, замдиректор, да? Ну, вы меня узнали, да? Ну, я, да, видела один раз. Один раз? Не пользовалась с этим, да. У вас нашли детское питание, капусту, конфеты. Почему детское питание не смотрите? Не да, следите? Да, детское питание, да, вообще надо взять на контроль, потому что я говорю, что и уже неоднократно говорили, что вот именно по Агуше будет торговый представитель, который должен выкладывать и по срокам, и по всему, то есть... Я думаю, что вообще на них нечего надеяться тогда полностью. То есть вы рассчитываете на торгового представителя? Ну, не то, что рассчитываю, но это как бы тоже их работа. И они должны приходить и не просто выставлять свой товар, но еще также они должны и ротацию соблюдать. Ну, в первую очередь, это, наверное, это все-таки... Это детское питание, да, за три дня. Ну, чтобы не было просрочки, это должно быть желание директора, это его, ему нужно. Это потому что все штрафы платит он, верно? Да. А директор у вас на выходных? Да, в воскресенье. Ну что, в общем, сотрудники... У вас как, в каждом отделе есть сотрудник, да? Нет. Нет? Вот, например, сегодня у нас три человека на весь магазин. А почему? Сотрудников нет. Три человека вместе с вами? Да. Нет, вместе. Я четвертый уже, у нас четвертый.
Вот я видел, вот парень бегает. Вот человек, девушка ходит, да. ТВ, да? Да? Ну нет, вот еще девушка сидит на кассе. То есть у вас в каждом отделе нет человека? Ну, может, не успею. Ну, а как тогда, вот, допустим, на весь магазин? Как просто это устроено? Почему в магазине столько просрочки? Ну, вообще, конечно, фреш на первом месте. Отдел фреш. Вот мы были в Пятерочке на Московском шоссе 177, вы смотрели? Да, вот это я именно. Видели, там три телеги просрочки до верха и детское питание. То есть, что директор что сказала? Она работает два месяца, весь коллектив меняет. Вот я заметил то, что в каждой Пятерочке штата не хватает. То есть, вина это руководство свыше? Нет, просто сейчас лето, и народ не идет на работу. Как правило, в лето люди не идут, они идут осенью на работу. То есть почему так получается, что, допустим, что в магазине куча просрочек? Это все-таки вина персонала или руководство? Ну, скорее всего, это все равно персонал. Персонал же должен следить. Ну, вот конкретно вот про детское питание. За этот отдел, ну, кто смотрит у вас, кто-нибудь отвечает? Да, отдел. А вот молочный отдел, колбаса, все, вот это и детское питание. То есть у вас, наверное, есть тетрадочка, где вы записываете сроки, да? Да. Вот сегодня 18 число? 18 число. Там у вас написано до 19-го, что от 20-го просрочек есть. А почему вот в этой тетрадочке нет детского питания? Обязательно отметим, специально заведем, только для детского питания. Вот самый короткий срок, по-моему, если не ошибаюсь, это вот 6-3 даже месяца. Здесь изготовлено 18 марта и до 16 июня, 3 месяца. У некоторого детского питания 6 месяцев тоже встречается, да? В общем, ну, тетрадочку какую-нибудь записывайте. Мы специально заведем именно для детского питания, надо завести. Потому что одна для фреша идет. То есть там и молоко, и колбаса, и рыба. Для детского надо один тогда заводить. Кто-нибудь должен, я не знаю, быть прикреплен к этому отделу. Потому что если, допустим, несколько человек смотрит один отдел, то один там по своему срок напишет, второй не поймет. В результате будет неразбериха. То есть кто-то один должен. Это в первую очередь в интересах директора, потому что если, допустим, какой-нибудь покупатель у вас купил бы вот это, ну вот в этот раз не получилось, вы не продали, заметьте, да? Молодцы, согласен. Вот если ну, кто-то другой... Вообще, как бы, девочкам было сказано, за одну такую штучку директор отвечает своей зарплаты. То есть там от 10 тысяч. Ну, то есть да, директор да. просто останется без зарплаты. Это не маленькие суммы, да, я согласен. Да. Вот для штраф такой, на весь персонал. Когда я пытался купить просроченные книжки, вы как бы обратили внимание на срок годности. Предыдущие два человека, которые пробивали товар, вы даже не смотрели. То есть я почему? Вызвал какое-то подозрение или что-то? Вы не вызываете подозрения. Нет, почему? Потому что они же пробивали консервацию. Там на консервации видно, что выпито просто. А некоторые просто есть некоторые такие моменты, которые надо прям приглядывать. Можно от холодильника пойти? Там шумит слишком. Ну, пойдемте. Хотя бы сюда куда. За этого просто посмотрел. То есть, ну как-то привыкли уже смотреть, привыкли и персонал включаем. Или все-таки меня просто узнали, поэтому решили посмотреть. Нет, мы приучаем, вообще учим. Не то, что приучаем, приучаем слово такое некрасивое. Пытаемся научить персонал для того, чтобы они вообще смотрели на все сроки, прежде чем пробивать товар. Не только следить в отделе, но и плюс на кассе пробивать, чтобы не продать товар просроченный. А вот в случае, если вы все-таки заметили, продали просроченный товар, у вас акция по обмену да. работает? Да, обязательно. Там идет акция, то есть мы делаем возвращаем из каждого отдела по одному наименованию. Что значит каждого отдела? То есть... Или каждого товара? Нет, из каждого отдела. Из каждой категории товара? Да, из каждой категории товара. То есть, допустим, капуста, конфеты, детское питание. Солености, это фруф, это как называется, кондитерка, бакалея, то есть, ну, вот это все. То есть, если в чеке, допустим, детское питание, капуста и конфеты, то вы по одной единице, да? Да. Ясно. Вроде в Пятерочках почему-то меняют товар на товар. По одному наименованию непосредственно, то есть одни конфеты, там одна пачка других конфет. То есть независимо от того, что один товар из отдела. Как у нас все было, что один товар, одно наименование товара из каждой категории да, товара. Мы меняемся. Нет. Заведем обязательно, заведем и для детского питания.
Ну, так что вроде следить, пытаемся. В общем, у нас просьба все это вскрыть. Нарушить целостность упаковки. Проспект Октября, дом 16. В Пятерочке продавалось просроченное детское питание и несколько других позиций тоже просрочено. Как обещал директор, будет лично следить за детским питанием, чтобы не было просрока. С вами был просрочка Патруль Нижний Новгород. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы это видео вышло в топ. И тогда начальники все-таки, надеюсь, увидят это видео. Это тот человек, который будет отдельно следить за детским питанием. Потому что просроченное детское питание это не должно быть. Всем удачи, всем пока.